что будет в новой серии «Чукуровой однажды в сказке». Что будет между Демиром и Фикретом? Узнает ли она об отношениях Зюлейхи и Демир с Юмитом? Хау беременна? С кем новый персонаж нашего сериала встречается Фикеле? Все и многое другое сейчас в этом видео. Прежде чем перейти к нашему видео, если вы скажете, что Демир и Зюлейха больше не должны быть разделены, не забудьте поделиться нашим видео. Зюлейха возвращается домой после своих переживаний. Хотя это событие может показаться плохим, для него все изменилось. Так возникла любовь Зюлейхи к Демиру. Однако, с другой стороны, есть Юмит, который, по его словам, разведется с Зюлейхой ради этого. Теперь ему нужно все рассказать Юмиту. К сожалению, Демир будет знаком с разными играми, потому что он не знает, что Юмит играл за него. В конце концов, Юмит найдет предлог, чтобы не покидать Демира. Поэтому он может сказать, что был беременен Юмитом Демиром и не мог оставить себя. Однако Демир не захочет быть с Юмитом, что бы ни случилось после этого времени. Теперь Юмит пойдет по другим планам. В этом процессе Зюлейха узнает, что Демир и Юмит вместе. Но Зюлейха не оставит Демира и приложит все усилия против Юмита с Севдой, чтобы снова не потерять ее. Зюлейха теперь стала быть с Демиром и призналась в любви. После того, как она соберется, Зюлейха расскажет, что случилось с Демиром. Найдя убийцу Зюлейхи Хункара Имана, ему удалось выяснить, кто несет ответственность за события, которые они пережили. Он скажет Демиру, что Фикрет был автором письма и внебрачным сыном Аднана Имана. Демир очень рассердится, узнав об этом. Он сразу захочет принять во внимание то, что он сделал. Однако есть кое-что, чего он никогда не планировал, это стремление Фикрета к мести. Теперь у Фикрета потемнели глаза и он хочет взорвать бомбой принадлежащие Демиру места. Пока все это происходило, человек, с которым-то столкнулся Фикеле, возбуждался. Хуля Даркан присоединилась к нашему ужину как Лютфе Думан. Лютфе – тетя Фикрета, которая живет в Бурсе. А еще он старый друг Фикеле. Посмотрим, удастся ли Лютфе сдержать ненависть своего племянника Фикрета к иманцам. Давайте посмотрим на гнев Фикрета, его стремление к мести в будущем. Какой большой секрет Лютфе знает о Фикрете и его матери? Посмотрим, раскроется ли этот секрет. Если вы хотите вспомнить, что произошло в последней серии, вы можете продолжить просмотр нашего видео. Юмит очень доволен решением о разводе, но просит Демира подвергнуть сомнению его мнение, чтобы не показывать, что он счастлив. Демир взволнован и счастлив. Он планирует, где будут жить дети Зюлейха, а также Юмит и его дом. Вернувшись к Чукуровой, он отправится в плавание за новой большой любовью. В этом процессе никогда не приходит в голову позвонить домой. Газетная реклама, которую Демир предлагает противостоять тому, кто оклеветал его отца, становится первой темой всего города. Хотя об этом говорят повсюду, эта реклама стоит на повестке дня и в больнице. Увидев объявление, Бахтияр начинает искать Фикрета. Потому что история, которую он знает, и это газетное объявление, не одно и то же. Тем временем Шермин, увидевший объявление, побежит к особняку. Расследуя факты в Стамбуле, Зюлейха не верят, что Аднан Иман может быть таким жестоким. Кто пишет письма, некоторые вещи не подходят. Севде же очень грустно, что она любит мужчину, который смог оставить ребенка посредине, несмотря ни на что. Они возвращаются в Адану, не оставаясь в Стамбуле, с грузом того, чему они научились. Как только они возвращаются, срочно вызывают Зюлейху в компанию. Поскольку они не знают, когда вернется Демир, они просят Зюлейх подписать несколько. Зюлейха, который подписался на налоговые дела, которые должны были быть выполнены в отсутствие Демира, узнает об изменениях, внесенных в активы Имана. Он сделал много изменений для Демира, Лейлы и Аднана. Зюлейха, который закончил, выходит из комнаты, чтобы идти домой. Но тогда о нем никто ничего не слышит. Когда наступает вечер, а Зюлейха не возвращается домой, Секунси всегда начинают бояться. Вместе с Шермином они решают, что им делать.
Пока Шермин пытается найти Демира, он обратится за помощью к Севде и секундантам Фикели. Пока Шермин ищет Демира, он находит еще одну очень важную информацию. Все жители Адана начинают искать своих божьих коровок повсюду, под каждым камнем, в каждом углу, даже в близлежащих провинциях. Однако ни от Зюлейхи, ни от его машины нет ни единого следа. Пока все это происходит, Демир и Юмит возвращаются к Чукуровой. Тем временем Фикели подозревает отсутствие Фикрета и идет за ним. А пока мы подошли к концу нашего видео. Поделившись нашим видео с друзьями, вы можете заставить их следить за тем, что происходило в сериале о Чукуровой «Однажды в сказке». Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.